Здоровенько. И что же? Вот смотри, вот как можешь не понять, что это вампир, стрельнул в глаза. Ну, вампир еще же. Так. Это способности надо добавить. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Так, бля. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Мне надо было нажать на медосмотр на F и потом дать лекарство. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time with me. Так, а ты чё? Good evening, doctor. Здорово. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening. I'm okay. Восстановление. Может, типа со временем он сможет со мной разговаривать? I have to go now. Don't waste your time. А у меня есть средства от головной боли? Hey. А чё я? Сейчас посмотрим. Нет у меня ничего от головной боли. Может, недоступен рецепт. Ладно, пойдем это. Выяснять, кто же охотится. За этой дурочкой. Тяжелой, да? Восемнадцать? Серьезно? Какой нахуй 18-й? Ах ты, сука такая! Блин, уходим. Топором по ебальнику тебе, блядь. Так, уходим.
заходим. Так. Все, его и нахуй. Вот так вот. Записка мокрых ботинок относительно вербовки парней в Уайтчепеле. Кажется, одного и нашел, это Альби. Он тупой, как табурет, но крепкий. Я попросил раздобыть лекарства для продажи на черном рынке, и он быстро их доставил. При следующей встрече я скажу ему, что его приняли в мокрые ботинки, и теперь он должен получать приказы у своих новых боссов. Чё? Чё там за хуйня появилась? Кто это? Так, Альберт Палмер. Я вот херею, вы там 10 уровня. Так, окей, хорошо. Угу. Блядь, куда я сошел? Заброшенные дома. А, типа тут можно просто обследовать. Ага, хуй-то так на карте что покажет. I can't believe I'm doing this. It's locked. Да, блядь! Вот это вот... Вроде бы... Не хотел... Да, блядь! Давай. Да вы чё такие сучары? Ugh!
что-то там не супа. Да, блядь! Да ёбаный, блядь! Пизда мне! Да, блядь! Серьезно? Да, блядь, сука! Как это, блядь... Управление сосёт просто. Так, ладно. Пока возьму то, что помощнее. Где там крыша? This is despicable. Да вы заебали! Слышь, чё? Сейчас мы у него кровь просто подожрём. Да погодите, там постой. Так, у него сочи с оглушением, да? Так, все. Шокирующим человеком выясните. Так.
This is braille. Нечитабельный текст, написанный шрифтом брали. А. Что сейчас работает? What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Все, прощай. Я тебя спас. И ты потом появишься. Где-то там. Так. Расследование завершено. Сейчас, что у нас тут? Не-не-не, ты погоди, постой. Угу. Где там крысы? I have this thirst for blood. Блять, вот это заново появляющиеся враги, мне это вообще нахуй никак не нравится. Поздравляю, ты избранный на подыхание. Так, сука такая. Сделал-то. Блядь. Слышь, что ты? Так. Где их не убежище? Где-то здесь, да? Все верно. Шестнадцатого? Да вы, блядь, чё, издеваетесь? Ah!
Так, давай. Дохни, мразь. Посмотри. Все, блядь, нихуя. Да, было сложновато. Надо топор прокачать. Топор. Так, ну это правильное место. Сейчас мы здесь насобираем дохуяще всего. Блять. Привыкни та кнопка. Как ты, сука, такая? Старый кол, есть старый кол. Теперь я могу улучшить. Да, теперь колышек могу свой улучшить, свой колышек улучшить такой колышек. Колышек, колышек. Так. Ну как сам предмет. Да здравствует наш павший товарищ. Угу. Охуеть. Так. Заведчика скекта, комиссар. Пионерская больница, разведка действия вампиров. Сэр, мы наблюдаем за пионерской больницей уже 2 недели и можем подтвердить, что там действительно вампиры. Во-первых, теперь у нас есть доказательство того, что в больнице находится женщина-кровосос, эти хитроумные. Это хитроумная тварь, чтобы замаскироваться, она выдает себя за психически больную. Я лично пробрался в больницу, услышал, как это существо жалуется на то, что ей нужна кровь. То, что ее тело разлагается. Но это еще не все. Администратор больницы, доктор Суанти, по словам нашего командира Аманды Тилтон, которая погибла вчера в бою со Скалем каналом. Суонси, возможно, является членом братства Святого Павла. Если это так, то в больнице, возможно, происходит что-то серьезное. Может, там даже лого вампиров. Их защищает предатели из братства. Мы не знаем, что делать, но убеждены, что вам стоит побыстрее прислать сюда подкрепление и тяжелое снаряжение. Блять, это пиздец какой-то просто. Тельму надо успокоить. Пошла нахуй, вышла Тельма. Дура тупая, блядь. Для начала
Создать. Как выяснилось, мне это очень даже пригодится. Создать. Пусть валяются. Так. Перебрать. Лучше пока не могу. Точно. Улучшить 82. Ага. Старый кол. Так у меня же есть старый кол. Почему он не хочет улучшаться? Хуй пойми. Так, ну зато пилу мы тут подкачали, да? Так. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Полоумная. Осмотр. Полоумная. О Томасе Эльвуде. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Jack. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak. Doctor, why are they hunting me down? Так. It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile. And just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Да. Больная ты. Ебанушка, нахуй. Так. Где там тут? Good evening, Mr. Evening. Да.
Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Prettyface. Ты охуел, слышь ты, мразь тупая, блядь. Мистер Красавчик, иди нахуй. Это восстановление. Goodbye for now, Mr. Elwood. Disgust on every street corner. Daily routine. Ты, блядь, ныл про жену, а сам со шлюхой ебался. Охуенный ты чувак, блядь. Спасибо, я сожру тебя, блядь. При первой же возможности, мразь. Тварь ебаная. Good evening. I'll leave you, mistress. Так, теперь смотрим расследование. Что там есть еще у нас? Так, тара-тара-тара. Все, что есть доступно, я сделал. Так, тот там останавливается. А сколько мне там очков? 680. А, давайте вернемся в комнату, отдохнем. Там, возможно, что-нибудь за 300 шиллингов я приобрету. Вот. И посмотрим, что там восстановление у этого чувака произошло. Будет ли он разговаривать вообще с нами? Беседовать захочет ли? Так, тут все понятно. Тут у нас... Давай. Сколько? 1000? Ты ебанулась нахуй? 1000? Какую, блядь, 1000? А, у меня второй уровень. Да, тут сверхъестественно. Давай посмотрим, сколько сверхъестественно стоит. 1000? Серьезно? 300. Это что? Сильный укус. А это у нас... А... При укусе в бою, да? По здоровью давай увеличим. Все, окей. Да пиздец, по его роже видно, что он это... Что он, блядь, какой-то неживой, это точно, блядь. Воу. Чё, бля, происходит? Переутомление. Переутомление. Так, 4, 5, 6, 7. Головная боль. А, сука. 7 от переутомления.
Серьезно? Переутомление у них там, блин. Обосраться просто можно. Ты, блядь, переутомился? От чего? От сидения, блядь? Soldier, do you need assistance? Not really. I think you're... As long as you remain here, I will make sure... Don't think you can do much about it. Goodbye for now. Ты переутомился? I'm quite busy right now. Do you need my assistance? Then you are lucky that I have taken the time to... I wish... Давай, мне это нахуй не интересно. О! Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Так. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Так. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Такой человек старых взглядов. Вы примите свою ответственность. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Иди нахуй, вот что я тебе скажу. Thank you for your time. We'll talk later. Типа, ведь медицина — это каждый... медицина не то, что ты выучился и все. Медицина — это каждый раз ты учишься на что, на чем-то. Нет такого, что ты раз, блядь, и все. Так, сейчас тебе дадим. Good evening. Good evening. Здорово, здорово, нахуй. А, это у этого дети умерли. Is there anything else that's bothering? Really? Да, дать лекарство. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And can... Well, perhaps you're right, Dr. Reed. Так. А нихуя они не открылись, ну. Goodbye for now. Извиняй, прощай, блин. Reads me like a book. Так. Good evening, Doctor. Здравствуй, нахуй.
Do you require medical attention? Do you know? Despite... Well, it... Нихуя, блядь. Goodbye, miss. Извиняй. Так, теперь ты. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. I'm okay. Знаешь, ты должен со мной, блядь, поговорить. Я, сука, дал лекарство. Это ми, сука! But don't... Блядь. Блядский хуйсос. Ага. Блять, ты от головной боли? Да нет у меня ничего от головной боли, суки. I cannot enter. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. It's locked. Так, Эбли. Good evening, doctor. Да, do you да, need да. medical attention? Well, the proc- А, просто на Е нажал. Все. Так, все, задать личный вопрос. Нету нихуя. В Лондоне нету нихуя. Торговаться. Goodbye. Все. Как это вообще прям социалка социальная? Good evening, nurse. Good evening. Do you require med- I will be- Nurse, you won't be able to- I'll try- Goodbye, nurse. А где этот Милтон? Нихуя-то уебал там куда-то. Good evening, Milton. Good. Do you need any... I'm afraid. Our job... That's easy. I'd like to... Wise choice. Так, нужна рукоять. Охренеть. Сроку привина. Так. Головная боль, да? Извиняй, чувак. Так, расследование. Блин, да много тут всего. Обосраться просто можно. Господи, как он лежит. That
was fast. I'm afraid. Is that so? Now it's to mash it. Do be careful, my good doctor. I'll return. Ладно, сейчас сходим отдохнем. И потом, возможно, это они там вылечатся или еще что-то. Сейчас посмотрим.